Благодарю тебя, мастер. Можно еще последнюю несостыковочку по Рамана Махарши разобрать? Давай. Чтобы не висело уже ничего у меня. На другую тему. Диалог там был примерно такой. Вопрошающий спрашивал у Рамана Махарши, что я в медитации, в самоисследовании дохожу до момента, когда я чувствую непередаваемое, неописуемое блаженство. Слияние с атманом и блаженство. Оно длится примерно 30 минут, а потом заканчивается. Правильно ли я понимаю, что ну, как бы дальнейшая задача, дальнейшие, что дальше будет происходить, это то, что будет увеличиваться длительность этого переживания, пока оно не станет постоянным, непрекращающимся переживанием? Конечно, и... как только часы выбросить. Вот на мое удивление... 30 минут перестанет засекать. Будет увеличиваться. Рамана Махарши ответил «нет». Здесь тоже есть опасность как бы остаться в этом и так и не дойти, не разрушить корень мысли. И что в этом случае нужно продолжать самоисследование, задаваясь вопросом, кто испытывает это блаженство, кто испытывает эти приятные переживания, кто там оценивает это как блаженство и так далее. Да, кому это приходит? Да. Когда я переживаю блаженство при даршане или сейчас, сейчас, правда, специфическое, потому что жар, и голос дрожит, и во рту, в общем, целый набор всего. Но так это все не важно, все равно блаженство. А когда это происходит, я просто растворяюсь и пребываю в этом. Вот почему Рамана Махарши ответил так? Это именно его... Как он ответил еще раз? Ну, что нужно... продолжать копать, как бы, да, продолжать задаваться вопросом, кто это испытывает, кто это испытывает. То есть, я так понимаю, не как бы растворяться в этом и просто пребывать, а продолжать вот как бы копать. Это особенность именно вот его метода самоисследования или можно по-другому, что мастер поэтому? Это особенность метода, как бы, который практикуют йоги, не пребывая рядом с мастером. Понятно? Потому что если вы ну, решили, что вы сами можете дойти до истины, то вам надо следовать именно таким, такому самоисследованию. Вот, рядом с мастером это все упрощается. Упрощается, потому что вам даруется прямо, прямо даруется как бы вот тот плод, который ищут все ищущие мира, понимаешь, сразу. Вам просто даруется истина, вы ее не можете не осознавать. Пребывая в этом, возникает все. Обнаружение, осознавание, исчезают все вопросы, потому что некому задавать собственно, искать того, кому это все пришло, потому что там нет никого. Вот так. Благодарю, благодарю за этот дар. Поэтому его ответ тем ищущим, кто практикует сам без мастера.